13 по 15 марта в Омском велотреке прошел Кубок России по велосипедному спорту. В рамках состязаний состоялось также первенство страны среди юниоров и областные соревнования «Индея Спринт». В общей сложности турниры собрали более 150 лучших спортсменов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Тюмени, Республик Удмуртия и Крым. Если бы в прошлом году у нас было порядка 76 или 79 участников, то на сегодняшний день, вы сами слышали, больше 150. Я думаю, что это самый главный скачок, прорыв. И я думаю, что после именно этого кубка на следующие у нас состязания приедут еще больше спортсменов. В рамках Кубка России спортсмены выступили в дисциплинах гид с места на 200 метров, гид с ходу на 1000 метров парами, омниум, индивидуальная гонка преследования на 4 километра у мужчин и на 3 километра у женщин. Тренировочный сбор хорошо прошел, сидели в городе Адлер в Сочи, тренировались. Не пропало практически ни одной тренировки, было очень тепло. Вот, приехали сюда заранее, тоже здесь тренировались на треке, пробовали, как лучше ехать, как хуже ехать. Самочувствие хорошее тоже подошло. Все болезни обошли стороной, поэтому вот получилось победить в этот раз. Финал для меня прошел достаточно тяжело, потому что попался хороший соперник. Мы очень долго с ней шли на равных. Буквально в последние круги только я вырвалась вперед. Должна была я также еще лучше свой результат улучшить, чем получилось. Спортсмены в рамках первенства России состязались в гите с ходу на 200 и гите с места на 1000 метров парами. В рамках областных соревнований прошли скретч, спринт, гонка с выбыванием и гит с ходу на 200 метров. По итогам трех соревнований омские спортсмены смогли завоевать 9 медалей высшего достоинства. Лидерами по количеству золотых наград стали москвичи, у них 19. Также в Омской академии велоспорта в преддверии соревнований прошел всероссийский семинар для судей по велоспорту в дисциплине трек. Специалисты из разных регионов приехали в Омск, чтобы пройти обучение и познакомиться с единственным за Уралом велотреком. В Омске у нас третий крытый, хороший деревянный трек. Это действительно для России очень важно, чтобы на каждом треке была своя качественная судейская коллегия. Мы обсуждаем правила велосипедного спорта на треке, обсуждаем новшества, которые ввели после чемпионата мира. Для судей это достаточно важно, чтобы все соревнования проводились одинаково. По итогу семинара судьи первой категории сдали экзамен на присвоение всероссийской категории.